Мы с вами, говорят учителя Видновской школы номер 11 своим ученикам, находящимся в настоящий момент на домашнем обучении в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Преподаватели сняли видео со словами поддержки в это непростое время и выложили его в социальные сети. В своем обращении к школьникам они выражают надежду, что уже скоро снова будут встречаться вместе в стенах школы, а не на мониторе компьютера. Ребятки, мы скучаем. Возвращайтесь скорее. Дорогие мои первоклашечки, мои вышечки, я вас очень люблю, очень по вам скучаю. Ваша Александра Александровна. Идея создания видеоролика появилась уже после окончания первой недели дистанционного обучения, когда учителя стали понимать, что ребятам не хватает реального общения с одноклассниками и преподавателями, посещения спортивных секций и занятий по дополнительному образованию. Также, без них скучая очень сильно, мы решили записать для них ролик. Многие учителя откликнулись на это, и получилось вот такое видеообращение для ребят. Мы рассказали о том, как мы их любим, скучаем без них. Надеемся на скорую встречу. В данный момент более 20 000 учащихся Ленинского городского округа продолжают учиться в онлайн-формате.